Привет, стримаши. Это обзор кулера для AMD процессора Ryzen. Он самый простенький, как вы видите, алюминиевый кружок. Здесь спилены бока, чтобы не мешало здесь сбоку память, а здесь радиаторы, ВРМ. Преобразование питания. Они сменили размеры с АМ3 на АМ4. Немножко сменили. Совершенно это не нужно было. Они сменили на 5 миллиметров. Для этого было бы и место. Все старые кулеры бы подходили. Я вообще не понимаю, для чего они делают. Ну, то есть, понятно, что вроде как, чтобы люди бегали, меняли, а так они на старом будут сидеть. Но мне кажется, люди меняют не от этого. Люди меняют, когда деньги есть. Если денег дофига, люди покупают, что нужно, что не нужно. Так. Он из алюминия. Здесь, видите, пришлось шкурить вот этот квадрат, потому что было отрезано пилой, и неровность просто была вмятина вот здесь вот. Ее даже до сих пор видно. Вот здесь вот. Просто грубая обработка, а процессор такой дается, по-моему, Ryzen 5 1600 индекс, который стоит 1015. И кулер, а такой вот кулер, он цене рублей 300. Поэтому это вечная необработка поверхности. Ну, это ужас. Я пошкурил шкурочкой. Он не идеальный, но более-менее, как видите. Алюминий, конечно, грязный. Шкурить неудобно. Здесь пружины, я бы сказал, слишком жесткие. Такая прижимная сила не нужна. Она очень жесткая. Такое не надо. Ничего это не дает уже, такой прижим. Я просто намазал один раз, прилип процессор и выдернулся с ножками, вылетел. Ужас. Так. Ну и, конечно, лучше бы медную сердцевинку сделать. Вот сам кулер. Лопасти. Кулер мастер, по-моему, такие делает. Говорит, что такая форма лучше. Эффективность дает больше. Вот видите, как бы остренький носик. Может быть так. Выглядит прикольно. Давайте посмотрим. Foxconn производитель. А, так. 0,18 ампера. Почему-то даты я не вижу. Часто пишут дату, и можно понять, старый, новый кулер. Вот что-то даты нету. 12 вольт, ПВМ, китайский, 82P, модель PVA-092G12P07A01. Блин, как длинно. 4 проводка ПВМ, это хорошо. Оплетка прикольная такая, она скользит, то есть не будет зацепляться. Иногда оплетку делает, которая ни хера не скользит, она же для того, чтобы как раз не цеплялась. Это разъемчик, 4 контакта, как вы видите. Вот они. Он не шумный на малых, средних, на полной мощности шумит, я бы сказал, шумит. Как недостаток я бы записал, потому что там получается где-то 2000 оборотов. Ну, для меня лично недостаток, потому что шума беспроцессорного всегда хватит, видеокарты какие-нибудь. Так. В общем, его продают люди
За 1000 рублей где-то оценивают. Но, конечно, он не стоит 1000 рублей. Но там я видел, правда, с медным сердечником. Ну, почти что то же самое. Может быть, рублей там на 100-200 дороже. Ну, по сути, вот по начинке колер неплохой, как я сказал. Не шумный. Ну, здесь бы только я решеточку бы сверху сделал. Но, по-моему, маловат вес. Немножко побольше, может быть, меди добавить, потому что это для процессоров среднего ценового сегмента дается. Решеточку сверху. И как-то, может быть, диаметр побольше сделать, чтобы на максимальных он не гудел, а то немножко гудит. Ну, а оценить, я бы его оценил, ну, наверное, рублей 500, долларов 10 ему стоимость. Если его продают за 1000, это, конечно, многовато. Но, как я помню, давным-давно вообще давали к процессорам полный хлам. Может быть, тут можно сказать даже прогресс. Рассчитан он, как я понимаю, где-то на 95 ватт максимум охлаждения при максимальных оборотах, конечно. Так что еще постоит, я его хотел поменять, но не буду, потому что обычно сейчас уже ставят, который в бок дует, а на простых процессорах это не нужно. Зачем? Высота повышается, ничего это особо не дает. Тепловые трубки можно и тут использовать. Ну, в дорогих есть, по-моему, AMD там дает 2700 там. Вот. А такой он еще дует. Радиатор охлаждает. И, может быть, он еще охлаждает преобразователи питания, которые соки там находятся по бокам. На этом все. Пока это был обзор кулера AMD Ryzen 5. Все, пока. Подписывайтесь.